Вейкоть Вацлав Вацлавович и коллектив унитарного частного строительного предприятия «Вест» Вейкоть Вацлава Вацлавовича, город Лида, поздравляет всех партнеров, заказчиков, сотрудников и друзей с новым 2019 годом. Пусть несет вам Новый год процветание и доход, пусть сопутствует успех, чтоб ни в чем не знать помех. Пусть здоровье будет крепким, ум же просветленным, цепким. В мире мир, а в семьях лад, повышение всем зарплат, много сил и оптимизма, путешествий, туризма. В душах солнечной погоды всех коллеги с Новым годом! Гирляндах ночное застолье, годы меняют свои номера, и для таксистов сегодня раздолье, и для подарков настала пора. Хоть в глазах твоих легкая грусть, что-то ты не успел, ну и пусть. Запах мандарин по проспектам и по линиям метро. Стрелка стрелку бьет, это Новый год. В государстве вьюг и северных ветров. Мерцают афиши, море гостей, конфетти, мишура. Вы поднимите бокалы повыше, Нового года приходит пора. Хоть в глазах твоих легкая грусть, что-то ты не успел, ну и пусть. Запах мандарин по проспектам и по линиям метро. Стрелка стрелку бьет, это Новый год. В государстве вьюг и северных ветров. Новый год! Что может быть дороже и любимее этого праздника? С самого детства запах мандарин, Дед Мороз, Снегурочка и, конечно, снег. С Новым годом, друзья! Запах мандарин из любых витрин, по проспектам и по линиям метро. А я уже загадала желание. Новый год.